В Саратове потрясены трагедией в школе карате, где был убит старший тренер Азамат Норманов. Его прямо во время занятий застрелил отец одной из воспитанниц, Расим Керимов. Он задержан. Все произошло на глазах у детей. В зале находились около 30 ребят. О том, что им пришлось пережить, можно судить по этим кадрам. Мы их не показываем полностью. Оба мужчины, как оказалось, знали друг друга более 20 лет и даже дружили. Керимов ранее работал в этом же спортивном клубе, был судьей. Во время стрельбы тяжелое ранение также получил. Получили два человека, родители детей, тренировавшихся в зале. До приезда медиков один из них успел рассказать, что нападение произошло неожиданно. Керимов зашел уже с пистолетом и сразу выстрелил в Азамата Норманова. Подозреваемый задержан, с ним работают следователи, он уже допрошен, дал в ходе допроса признательные показания. Подозреваемый пояснил о том, что между ним и тренером его дочери возник конфликт из-за способов ведения тренировок. По некоторым данным, дочь задержанного неоднократно возвращалась с занятий в синяках, якобы побои наносил именно тренер. Азамат Норманов был известным спортсменом не только в регионе. Он тренировал молодежную сборную России по карате к выступлению на первенстве мира и Европы. В Саратове создал клуб «Олимп-99» и был его директором. Тренировки проходили на базе общеобразовательного лицея в помещении с отдельным входом, которое сдавалось в аренду. Охраны в школе карате не было, поэтому подозреваемый беспрепятственно проник в зал. Сейчас горожане, родители и дети, те, кто занимался у Норманова, приносят цветы ко входу в здание. В Саратове по распоряжению властей будут проверены все спортивные объекты.